Анонс и точная дата выхода 18 серии турецкого сериала «Марашанец». 18 серия сериала выйдет в эфир 17 мая. Напомним, ранее в сериале мы увидели, что когда Махур открыла глаза, то поняла, что находится в неизвестном для нее месте. Вскоре она нашла Марашлы, а затем пара встречается с Неджати. Махур начинает считать своего старшего брата героем, но не подозревает, кем он является на самом деле. Марашлы смог раскрыть истинную личность Неджати и прекрасно знает, что у него совершенно другие планы. Неджати стал угрожать Марашлы и предупреждает его, если он не будет молчать, то пострадает Невзад. Помимо этого, он расскажет все Махур про то, кем работает Марашлы. Ильхан был госпитализирован, а Азиз шокирован от произошедшего. Азиз и Ильхан должны будут перевестись в другую тюрьму. Но в больнице происходит драка, благодаря которой заключенным удается сбежать. Они не подозревают о том, что снаружи их уже поджидает Саваш, который приготовил родственникам сюрприз. Между Неджати и Савашем отношения начинают напрягаться. Саваш никак не может понять, для чего Неджати спас Махур и Марашлы. Сам же Неджати пытается убедить Саваша, что у него есть другой и более выгодный план в отношении этой парочки, только пока он не спешит его раскрывать. Напомним, 18 серия сериала выйдет в эфир 17 мая. Если вам нравится сериал, ждите выхода новых серий, тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых турецких сериалах. Спасибо за подписку и лайки.